Меня зовут Дмитрий, группа строительных компаний «Масштаб». Сегодня у нас очередной обзор автономной канализации под названием «Генезис». Как раз за моей спиной происходит его перемещение к уже подготовленному котловану. И сейчас, когда он уже окажется в нужном месте, мы про него более детально и подробно поговорим. Производит данную станцию производитель, известный в северо-западном и центрально-федеральных округах нашей страны ДЭКО, у которой один из основных продуктов – это также станция биологической очистки БиоДЭКО, также у ней есть эконом-сегмент станция Оптима. И Генезис – это как раз их премиум-модель, которая имеет ряд особенностей и по ценовой политике, а также по внутреннему содержанию, качеству работы и всем прочим показателям, довольно-таки сильно похожи на станцию биологической очистки Топаз, про которую у нас уже также есть обзор на канале. Вы можете перейти по ссылке прикрепленной и посмотреть обзор ее, сравнить и выбрать подходящую именно вам. Корпус данной станции выполнен из первичного полипропилена толщиной 10 мм, что больше, незначительно, но больше, чем у большинства аналогов на рынке. Как раз это, опять же, относится к плюсам и почему эту станцию причисляют к сегменту премиум-класса. Корпус станции имеет эллиптический цилиндр. По периметру идет несколько горизонтальных бандажных накладок. Все швы сделаны с помощью эструдерной сварки и являются очень прочными. Как раз вес данного изделия, который за моей спиной, около 350 кг. И проушины, которые специально вмонтированы в эту станцию, показывают, как швы с эструдерной сварки работают на таком весе и на таком натяжении. Снизу данной станции, как и у многих представителей цилиндрического вида станции, имеются грунтозацепы для того, чтобы данная станция препятствовала всплытию из котлована при сложных грунтах. На данном объекте мы монтируем станцию Genesis 500 Long. Данное число говорит нам о показателе залпового сброса, о том количестве сточной воды, которую в короткий промежуток времени, порядка 20-30 минут, станция может переработать без каких-либо сбоев нормального режима работы станции. Данный показатель производитель смог добиться с помощью технологии двойной приемной камеры, из которой последовательно из первой в вторую перетекает вода в тех случаях, когда залповый сброс больше нормативного, стандартного, около 250 литров. Как только этот объем становится больше, подключается вторая камера, и VR-лифт в следующую камеру, где происходит большая часть биологического разложения органических веществ и очистки сточных вод, попадает уже только нужное количество, так как излишек переходит во вторую приемную камеру. Это один из основных плюсов данной станции. Также большим плюсом и отличительной особенностью данной станции входит то, что уже в стандартной комплектации в этой станции стоит GSM-модуль, в который мы можем поставить сим-карту и подключить SMS-оповещение о нарушениях в режиме работы станции и знать заранее, что с ней что-то произошло, и либо самостоятельно устранять неполадку, либо вызвать сервисного инженера и с помощью специализированной компании, такая как наша, произвести ремонт обслуживания данной станции. По паспорту производителя сервисное обслуживание данной станции необходимо выполнять один раз в 6-8 месяцев. Этот показатель подтвержден нами как монтажной и сервисной организацией данных станции. Это действительно тот самый период, в который лучше как минимум визуально открыть станцию, посмотреть, все ли в порядке, все ли везде на своих местах, либо вызвать сервисного инженера или сервисную компанию, такую как наш. Добавочное слово в маркировке станции Long означает то, что в стандартной комплектации глубины залегания подводящего патрубка в приемную камеру для ввода всех как раз коммуникаций с дома, с баней и других построек нам не хватило. И нам пришлось наращивать горловину сверху порядка 50 сантиметров, чтобы увеличить тот самый показатель места подвода магистрали канализационной трубы. Также в подтверждение своих слов об отношении этой станции к премиум-сегменту и аналогу станции биологической очистки Топаз, хочу, чтобы вы заметили наклейку от производителя, где есть серийный номер
каждого изделия, где есть номер бригады, который это выполнял, а также дату изготовления данной станции. И при возникновении какой-либо ситуации с данным изделием вы можете позвонить напрямую на горячую линию производителя, и там в кратчайшие сроки вам ответят на любой вопрос, потому что будут знать, когда станция произведена, когда наступили гарантийные обязательства, кто был монтажной организацией и любые другие вопросы. В то время как наша станция наполняется водой для уравновешивания давления грунта извне и давления воды изнутри, при монтаже данной станции расскажу немножко о внутреннем ее содержании. С нашей дальней от меня стороны находятся две приемные камеры. Как я уже говорил ранее, первая – это стандартная обычная приемная камера, вторая подключается только при пиковых загрузках, при больших залповых сбросах, после чего идет камера аэротенка, в которой происходит большая часть разложения сточных вод биологическим путем. После нее идет вторичный отстойник и камера стабилизатора ила, так называемая сервисная камера, из которой уже отработанный ил оседает, и с помощью специального патрубка сервисного можно будет оттуда его откачать куда-то за пределы участка или на ее край. Работа сервисного шланга и откачки происходит путем переключения самого обычного крана. То есть это может выполнить абсолютно каждый, как заказчик, так и тем более любой сервисный инженер, знающий внутреннюю работу данной станции. Данная станция является однорежимной, и компрессор, который располагается в модуле для всех электротехнических электрических частей, выполняет единственную лишь функцию – это подача кислорода в камеру аэротенка, а также мелкопузырчатую аэрацию в приемные камеры для расщепления грубых фракций на более мелкие. Также хочу обратить ваше внимание на внутренние ребра жесткости, которые выполнены в этой станции. Первый вид из них – это перегородки толщиной 10 мм, которые практически по всему периметру создают те самые ребра жесткости. А также кверху нашей станции в районе крышки идет огромный профиль, также пластиковый, который усиливает и делает более жесткой конструкцию данной станции, поэтому монтировать эту станцию можно абсолютно в любые грунты, каменистые, сложные, торфяные, пучинистые, в любые. Данную станцию сдавить практически невозможно. Опять же, обращу внимание, при правильном монтаже. По паспорту производителя данная станция имеет степень очистки 98%. Это подтверждено всеми необходимыми паспортами, сертификатами и документами для этого. Сам производитель ДЭКа на рынке автономных канализаций уже более 10 лет. Эта модель, конечно же, посвежее, ей порядка 3 лет. Но сам производитель зарекомендовал себя как очень ответственный и знающий свое дело. Гарантия на данную станцию по корпусу 5 лет. На всю электрическую часть производитель дает 3 года гарантии при производстве монтажа специализированными компаниями, которые прошли аттестацию у них. Крышка данной станции имеет очень большую площадь для удобства сервисного обслуживания, решения каких-то вопросов и задач, связанных с монтажом или эксплуатацией данной станции. Также крышка изнутри утеплена, вспененный материал, она служит как для теплоизоляции данной станции. И еще ее дополнительная функция – это звукоизоляция от вибраций и шумов от компрессора. Это очень полезно тем, кто станцию планирует монтировать в очень небольшом расстоянии от как раз дома, гаража, бани и построек, где будут находиться люди. Комплектность данной станции, как и основной станции Биодека, здесь очень приличная. Все уже входит в комплекте.
Единственный минус, который можно отнести к этой станции, это то, что ввод в данную станцию нужно выполнять уже самостоятельно на той необходимой глубине, которая соответствует нашей подводящей трубе, и, соответственно, с помощью прутка эструдером паять ее к станции. Также из минусов данной станции я могу отметить лишь, наверное, не самую простую технологию очистки сточной воды в этой станции с помощью вот пластиковых жиклеров, которые здесь большое количество, нескольких камер. То есть разобраться во внутреннем содержании и способе очистки просто конечному потребителю будет не так легко. Опять же, и очередной раз сравню ее с септиком станции биологической очистки Топаз, потому что в ней также все не так просто, как кажется на первый взгляд. И поэтому обслуживание данной станции, да и монтаж тоже, лучше доверить специализированной организации. Подводя итоги обзора данной станции, количество плюсов у нее точно больше, чем минусов. Данную станцию мы будем рекомендовать и советовать нашим конечным потребителям, нашим заказчикам. Цена данной станции, конечно, может изначально немножко испугать, но все-таки более или менее с помощью ее уже сказанных мной плюсов она явно выделяется среди конкурентов, и эти деньги стоит заплатить за данное оборудование. Обязательно подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, их у нас уже на канале огромное количество, еще столько же в монтаже, а еще больше мы снимем за этот и следующий год. Поэтому, если какие-то остались вопросы, задавайте их в комментариях. И был рад вас видеть. До новых встреч!